месяц до отъезда. Сколько первый месяц? $200? Так некрасиво. 250. Зато в кармане хорошо. Владимиряца! Стриг! О, наклейку снимите. Субару стриг. Какой наклейк? Олег! Когда мы будем ехать? Не знаю, куда. Слушай, они как сиди. Да, видишь, сиди. Сколько такие стоили? Не помню. 360, по-моему. Нет, расходы. Сегодня будет битва не на жизнь титанов, а на смерть. Главное приехать. Выкинуть. Не, Саша, направьте на меня. Да восьмерка нормально. Ты бы сделал здесь чуть-чуть вот так. Видимо, я голый. Видишь, это две оригинальные, а это с левой стороны ничего страшного. Не, вы видите, это 38. Я здесь вижу. Ставки зовут. Он катится на нейтралке и хочет девочку заезжать. Как настрой? Ты знаешь, настроя нет, но биться будет. Он появляется. Настрой появится потом. После
во время еды. Да, да, да. Алик пошел туда уже. Толя, слушай меня. Значит, там телевизор немножко смещает. Давайте, ребята, поехали. Что делаешь, Олег? Трубочку меняю. Снимите мой глушитель. Да что его снимать? Он тебя ждал. Японский мотоцикл, проводка молдавская. Че, отваливается сыпь? Чтоб не крутилось. Ну. С
специально продаются японские проволоки, но... Японские проволоки. Молдавские надежнее. Шампанское? Они как одноразовые. Один заезд проехал, сломалось. Все, а на второй уже. А японские долго держат, знаешь, неинтересно. Пацаны, там Red Bull приехал. Берите сумки, идите грузитесь. Юра, следите, пожалуйста, выгляните из аппарата. Снимаю, короче, не принкласть, да? И шут мы ест. Внимание, спортсменов! Слово для приветствия спортсменов предоставляется президенту Федерации мотоспорта Республики Молдова, судье международной категории, заслуженному тренеру Молдовы, господину Романюк Михаил Васильевич. От имени Федерации Республики Молдова мы рады приветствовать вас на нашей молдавской земле. От имени Федерации поздравляем вас и нас также, всех жителей города Кишинева, с юбилеем города. Пожелать вам счастья, здоровья, семейного прежде всего. Пожелать вам удачных стартов и удачных финишей. Третий этап чемпионата Республики Молдова объявляется открытым. Для поднятия флага приглашаются победители второго этапа Республики Молдова чемпионата. Кочу Николай Джепаров, Брюхов Трепусян. Прошу к флагу. Генеральному секретарю Федерации мотоспорта Республики Молдова, мастеру спорта Александру Брюхову. Добрый день. Я хочу вас поприветствовать на нашей земле. Как раз совпал праздник Дню города. И благодаря этому празднику, благодаря наших спонсоров, которые заявили прямое желание помочь нам, это генеральный спонсор Infocom.Bank, спонсор Петром, который прямо изъявлял это
И вторая компания Moldova Steel при поддержке ТСК и радио, которое нас везде транслировало, это авторадио, да, молодец. Спасибо вам, ребята, что вы к нам приехали. Счастливого вам старта и финиша. Слово предоставляется главному судье соревнований, судье международной категории Анатолий Андреевич Широкий. Завтра открыто еще одни соревнования такими же условиями в городе Камрадь. То есть сегодня мы можем уже двигаться на город Камрадь. После соревнований и сейчас. Второе. Значит, должны руководители подойти и те, кто заявлялся в двух классах, выбрать один класс. Сейчас вот спустите и выберите один класс, в котором вы поедете. Вы имели возможность, мы вам предоставили возможность поработать вместе. И 125, и до 500 в открытом. Вы видели, как вы едете, теперь вам можно выбрать. Валик 11.
Yeah.
Thank you.
стартовую зону приглашаются участники класса Open. Второй заключительный заезд класса до 500 кубических сантиметров. И затем второй заезд класса до 1000 кубических сантиметров. И мы стали свидетелями награждения победителей сегодняшних соревнований. Thank you.
Вижу вас. Юрий, там приготовь гимн опять по нашей команде, включить его. Внимание, представители Украины! Организаторы соревнований, главная судейская коллегия, спонсоры, о которых мы сегодня говорили много раз, поздравляют вас с окончанием соревнований. Ждем вас всех завтра, как было объявлено, в городе Камрате. Объявляем результаты соревнований. В классе 125 кубических сантиметров третье место занял Николай Кочу. Неспорены, Молдова. Второе место. Валентин Андреец. Черновцы, Украина. И первое место. Сергей Анипченко, Днепропетровск, Украина. Награждает третье место занял Скрипников, Черновцы, Украина. Второе место Роман Морозов, Днепропетровск, Украина. И первое место Юрий Жипаров, Запорожье, Украина. В классе мотоциклов до 1000 кубических сантиметров Дима Брюхова и Иван Трибусян, город Кишинев. Второе место. Экипаж из города Львова, Украина. В составе Александра Литовченко и Дмитрия Гриценюк. И первое место. Экипаж из Кишинева. В составе Виолетта Андроник и Александр Воронов. Дорогие спортсмены, автомобиль BMW 636, подходите к бухгалтеру и получаете вознаграждение согласно положению. Так, пацаны, поздравляю вас тоже. И награждаем юных участников в классе до 85 кубических сантиметров, 65 кубических сантиметров. Второе место Игорь Райлян. И первое место Илья Андреуцев. Простите, Илья Димитриу. Димитриу, Илья. Запомним твою фамилию.
Тимуш Николай, самый юный участник. Где ты, Тимуш? Подойди, дорогой, вот с папой. На сегодняшний день большое спасибо. 3 года юному спортсмену. Дай Бог тебе успехов. Подготовлена трасса очень хорошо, интересная трасса. И папы сложные. Хорошего мотоцикла ему надо покупать. Папа уже все купил. Трассу на сегодня. А уже купил. Не хорошо. Стандарту. От имени федерации разрешите поблагодарить всех участников, принявших в нашем чемпионате участие. Пожелать вам здоровья. Завтра встречаемся на очередных соревнованиях в Гагаузии. Для закрытия соревнований Ваштоку приглашается сегодняшний лауреат Воронов Трипусян. Большое спасибо. Прошу. Всем еще раз. Всех с праздником. Воронов. Воронов. Саша, подойдите к вам. И Андроник. Участники соревнований на флаг Смирна. Флаг соревнований опустить. Желаю видели, а теперь мы на команду.